Вот так вот выглядит радиатор Deo Matisse. Сейчас мы его будем промывать. Заливать воду в одно отверстие и вливать ее воду через второе отверстие. Для того, чтобы промывку сделать качественно и не замочить электрику, мне необходимо отвернуть вот этих вот два болта ключом на 10 и высунуть из этой клипсы. Тут, вынимая из клипс, обнаружил, что она у нас уже полностью заржавела и, в принципе, даже не за что зафиксироваться. Пластинка, которую я держала, сейчас ржавела. Можно, в принципе, полностью прочистить и вентилятор от всякого шлака, который здесь у нас на пластмассе. Что мы делаем? Берем, отворачиваем гайку на 8, которую тоже менять надо. Поднимаем вентилятор, он у нас держится только за счет гайки. Вот здесь у нас катушка крепится с саморезами, видимо. Их отвернем, и, в принципе, у нас вся электрика отсюда вылезет. Вот и все. Ну, как я и говорил, держалась у нас за счет саморезов. Вот, освобождаем от замков провод. У нас через такие Г-образные освобождаем разъем через эту сторону. Просто берем, отжимаем усики. И все. Вот у нас освободилось. Собираем все в обратной последовательности. Защелкиваем назад разъем. Провод заводим в замки. Ставим назад. Здесь вот идет со срезом. Аналогично и в крышке идет со срезом. Крутить, пока не совпадет. Фиксируем. Здесь вот на третьем месте крепление. Первое. Второе. Третье стояла вот такая вот распорка, которая всовывалась. Она вся проржавела, усики сломаны при крепеже, поэтому я просверлил восьмерочкой в пластмассе отверстие, чтобы пропустить через решетку
И закрепить вот так вот. Если на радиаторе вот такая вот ситуация, когда у нас свернулся болт, вот, его тело осталось в резьбовой части, тут добраться, чтобы высверлить, не столько и места хватает. Поэтому я решил таким образом. Рядом вот отверстие, в котором сейчас болт. Вот. Там был шип, который вставлялся в отверстие, как направляющий для крепления. Я на месте его пятерочкой засверлился. Потому что других вариантов, как закрепить с этой стороны радиатор, нету. Вот. Взял подлиннее. Он абсолютно ничему не мешает. Не мешает даже воздухоотводу. Вот спокойно можно вот так вот, как выход из ситуации, закреплять. И у нас тогда радиатор мертво стоит.